Я хотел закинуть удочку про наш старый разговор о зеленой миле. И конкретно про разговор там, о вечной или продолжительной жизни. Вот вы сказали, что мир только хуже становится. Я вот честно, что тогда эту фразу не понял, что вы имели в виду. Что даже потом, вот я неделю думал, потому что... Ну, я не так много живу, но тем не менее, даже вот брать мою собственную жизнь, а если я еще и приплету рассказы тех, кто живет дольше, то получается все с точностью да наоборот. Развлечения интереснее становятся, ну, все красочнее. Или вы что вы имели в виду? Я не понял. Только не для тебя. Вот возраст растет, растет и растет. А ты-то нифига не молодеешь при этом. А все очень четко делится. Какие развлечения тебя радовали в детстве? На велике покататься. Сейчас тебе на велике не очень. Крапиву палкой бить. Тоже как-то не очень. Что дальше? Алкоголь. Ну, всю жизнь его пьем. Он уже не веселит так, как раньше. Он, конечно, не совсем наркотик, но как-то не веселит. Женщины. Гормон в тебе уже не играет. Все. Все уже перепробовал. А эта самая жизнь, она кипит и бурлит в совершенно других направлениях. Вот ты слушал музыку. Вот я, например, слушал в детстве одну музыку, и она была прекрасна. Мы про это отдельно поговорим. Никакой прекрасной она, естественно, не является. Просто музыка. А потом на смену группе Led Zeppelin, гениальный, безусловно, пришел Курт Кобейн, которого слушать невозможно нормальному человеку. Но это психическая фигня. Когда ты молодой, ты слушаешь ту музыку, которая вот появляется, и она для тебя самая крутая. Понимаешь, вот она самая крутая. Потому что когда людей из Led Zeppelin спрашивают, что вы слушали в детстве, они говорят, ух, конечно, Элвиса Пресли. Как это говно слушать можно было, вообще непонятно. И как это им навеяло вот такое вот, непонятно. Ну вот, а вокруг тебя все слушают Нирвану. А потом вокруг тебя все слушают вообще черти что, я не знаю. Я даже не знаю, что в пример привести. Кто там этот? Билли Айлиш какой-нибудь. Ядрить-то налево. Как это вообще слушать-то можно? И ты старше, старше, старше. Если тебя по молодости радовали простые незатейливые песни группы «Вверх». Ай-яй-яй, девчонки. И вот тебе 60 лет. И девчонки как-то не очень. И песня-то не очень. А оно все там где-то бурлит. Жизнь-то идет. Бурлит, бурлит, идет, идет, а ты смотришь на это. Какая же фигня все это, боже мой, это печально. Взрослеть вообще грустно, Джон. Стареть еще хуже. Никуда не денешься. Поэтому оно про внутренние переживания. Не про то, что оно все плохое, плохое, оно все время плохое, уж если на то пошло. А на твое, так сказать, ощущение от всего этого. Все старики все время нудят, что раньше трава была зеленее, сахар был слаще, девки давали чаще, хотя это обман, как ты понимаешь. Все им не так. Ну, увы, да, не так. Ну вот вы даже рассказывали про то, как. Там про эту, как вы, там про вопрос задавали про жизнь вечную, что так интересно. Вот. Вокруг столько интересного, ты столько познаешь там и вообще приводил пример про французские готические соборы, что они как воробьи. Видел одного воробья, считай, видел всех. Все в этой жизни конечно. Ну, сколько много, сколько надо книг прочитать, например. Ну, может, я не знаю, там штук 400-500 тебе для серьезного создания, так сказать, культурного поля внутри тебя. Их не так много хороших книг, которые надо почитать. Но это если вы знаете, что читать. Конечно, а пока вы до них дойдете... тебе надо объяснять, что это тоже важный момент. Тебе надо объяснять, что читать, чтобы ты не забивал башку помоями всякими, а читал нормальные книги, начиная там с Илиады, Одиссеи и так далее. Действительно умных людей, действительно великие произведения, потому что на мусор у тебя просто физически не хватит времени, а забивать башку мусором – это зачем? Вообще. Ну, большинство того, что вокруг тебя вот эта вот клубица представляется новым, это мусор, типичный мусор, который не заслуживает вообще никакого внимания.
А вот насчет развлечений. Вот вы рассказывали, как попробовали шлем виртуальной реальности, и даже вас он впечатлил, хотя вы уже там не подросток. Я впечатлительный, да. У меня богатое воображение. Если раньше там в каком-нибудь Думе и Квейке башке надо было дорисовывать, то тут наоборот, смотришь, мать честная, вот это да. Я не сомневаюсь, что и там можно еще круче нарисовать, чем сейчас. Но уже сейчас там впечатляет. Мое почтение, ты там просто пропадешь вообще. Ну, остался последний шаг, когда штекер в затылок втыкать будут, и нафиг тебе эта жизнь не нужна вообще. Развлечения перевешивают все нынешние, ну, на мой взгляд. Но это вот про соборы, ну, съездил ты куда-нибудь под пальмой, полежал. Ну, полежал. Что это в твоей жизни меняет? Вот лично в моей ничего. Ты был? Я не тебя спрашиваю. Ты был на Мальдивских островах? А я был. Я лежал под пальмой. Понимаешь? Ну, на этом основании сразу понятно, что все вокруг говно, а ты вот красавчик. Ты был на Мальдивских островах. Ну, это смешно. Чушь абсолютно детская. А в жизни-то в твоей что это меняет? Ничего. Абсолютно ничего. Ну, посмотрел ты на одну пальму, и они как воробьи. И в Индонезии, и во Вьетнаме, и в Таиланде. На отдых ездить. Вот. Приехали мы втроем, я, Дементий и Данила. Ну, я 3 дня сплю, не просыпаясь вообще. Полезно ли это? Полезно. Только пальмы вокруг или сосны, никакой разницы нет. Вот. И ничего ты там нового не увидишь, поверь. Я думал, сейчас будет реклама отечественных курортов. Проплачено курортами Краснодарского края.